округа Алексей Викторович Тимошин. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, с праздником вас, с первым подмосковным фестивалем, с Шумбратом всех поздравляю. Шумбрат, здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно всех видеть здесь, приветствовать от администрации, от правительства Московской области, от нашего губернатора. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия в семьях, в домах, чтобы все у нас было хорошо, все у нас складывалось. Мне очень приятно, что мы собираемся на такого рода фестивалях, которые объединяют множество народностей, национальностей, конфессий, и все это делает нас сильнее. Друзья, поздравляю с праздником, всем, всем здоровья и всех благ. Спасибо. На сцену для приветствия гостей праздников приглашается председатель Мордовской национально-культурной автономии Пушкинского городского округа, городского округа Ивантеевка, городского округа Королев Ливанов Николай Семенович. Шумбрат, это Келька Маялка, шумрачи. Здравствуйте, дорогие друзья. Уважаемые земляки, дорогие гости, от имени землячества Мордвы Пушкинского муниципального района поздравляю вас с праздником Шумрат. И хотел бы пожелать вам, вашим семьям счастья, здоровья, успехов и, конечно, хорошего сегодня праздника. Землячество Мордвы уже существует более 15 лет в Пушкинском районе. И мы отнюдь говорим, что наше землячество – один из наибольших развитых землячеств Пушкинского района. Мы принимаем участие во всех мероприятиях района, также и Московской области. Уважаемые друзья, уважаемые земляки, ведь каждый выходец, наверное, каждый второй уже Пушкинского района, наверное, выходцы с каких-то республик. Мы выходцы республики Мордва. Мордва не должна забывать о своем языке, о своем традиции, о своей культуре. Они должны говорить своим детям, своим внукам, что действительно есть какие-то свои корни. И этим должны гордиться. Мы, конечно, мы все граждане Российской Федерации. Мы россияне, мы все дружны, мы едины. И мы, конечно, все вместе, землячество, непобедимы. С праздником вас! Спасибо! Слово для приветствия предоставляется региональной общественной организации Мордовская национально-культурная автономия Московской области Дмитрию Ивановичу Макайкину. Шумрат Келькам Ялгат, Вечки Виксоят. Дорогие друзья, поздравляю вас с третьим национальным праздником Шумрат Подмосковье. Спасибо организаторам, все, кажется, у нас получается. Вижу счастливые лица. Мы хотим вас сегодня познакомить, жителей Пушкина, с традициями, чем мы радуемся, как мы живем, какие у нас продукции, как вообще, как мы можем отдыхать и дружить с другими национальностями. Еще раз спасибо главе города, потому что он откликнулся одним первых, дал нам хорошую площадку, и погода над нами тоже помилостилась. Спасибо еще раз, с праздником вас и всем здоровья, спасибо.